пятницу, 3 марта, вы сможете посмотреть 22-ю серию сериала «Зимородок». Ферит крепко обнял Сейран и спросил, впервые ли в жизни с ней происходит такое. Когда рано утром Сейран зашла в комнату к Суне, то она сразу же заметила, как сильно сияет ее лицо. Сейран очень счастлива от того, что Ферит признался ей в любви. Когда Ферит пришел в офис, то сразу же отправился в кабинет к своему дедушке. Он сказал о том, что хочет сделать для своей жены неожиданный сюрприз. Сейран, встретившись с Фуатом, стала спрашивать про Ферита. Она не понимает, когда он мог поехать. Тогда она стала подозревать, что Ферит снова отправился к своей возлюбленной. Когда она смогла найти Ферита, то рядом с ним увидела девушку. Сейран подошла к Фериту и спросила, неужели она действительно никогда не сможет довериться ему. Ферит стал просить Сейран, чтобы она перестала на него давить и не поступала с ним так. Затем Ферит сказал, что это ее право верить ему или нет. Ферит, увидев Фуата, сказала, что думал, его такие поступки оказались в далеком детстве.